Итак, дорогие телезрители, этот день настал. День, когда выяснилось, что Тимур мутит одновременно с Адиной и Динарой. И сегодня девушки будут биться за звание быть единственной девушкой Тимура. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Итак, мы видим Динару, на счету которой 12 отношений, 8 из которых закончились расставанием через СМС. Алексей, позволь добавить, что Динара сегодня выступает в весовой категории 47 килограмм. А тем временем Адина появляется на взвешивании. Напомним то, что на ее счету 0 отношений. Но мы-то с вами знаем Адину. Кстати, Адина сегодня выступает в весовой категории 56 килограмм. В смысле 56? Офигеть, я поправилась, эта диета мне совсем не помогает. Жанну, я обещаю, я похудею. Зараза, нормально, я сам пуху. Да все ты смеши. Да не похудеет эта корова. Кто корова? Это вообще дистрофичка. Ты че, офигел? Это песня, я лучше знаю.